Ребята, всем привет! Сегодня мы делаем самодиагностику климата на камере сороковки. Значит, вставляем ключ. Да, вставили его, но не заводим. То есть, просто вставили его. Далее, так же, как я показывал на тридцатке, да, зажимаем ауто и рециркуляцию. И ключ просто поворачиваем, не заводя уже в зажигание. И отпускаем. Отпустили и видим, вот у нас началась самодиагностика. Вот здесь мы видим уже коды ошибок. Сейчас камеру я ближе поднесу. Вот что у нас выскакивает. 21 ошибка и 24 ошибка. Вы можете это видеть. Значит, что это за ошибки? 21 ошибка. Это у нас датчик солнечного света со стороны пассажира. И 24 ошибка. Датчик солнечного света со стороны водителя. Ну, то есть сейчас в условиях там плохой освещенности, сейчас зима, пишут, что это выскакивает практически у всех. И летом или в условиях хорошей освещенности, соответственно, этих ошибок нет у нас. Для того, чтобы проверить, опять-таки, далее приводы, как работают, нажимаем здесь дополнительно кнопку рециркуляции. И вот первый режим пошел, проверка, второй, видите, то есть оно включает различные режимы приводов и диагностируют уже их. Проверка эта должна, кстати, по приводам внутренней рециркуляции пишут, осуществляться уже на прогретом моторе. Вот, для замедления проверки можно нажать кнопку обогрева переднего стекла. Вот, бац. И проверка будет уже это происходить с интервалом в 1 секунду. То есть будут срабатывать приводы заслонок, вентилятор и реле. Для перехода в режим диагностики датчиков обратно нажимаем кнопку «Ауто». И видите, вот у нас опять пошли эти ошибки. И для окончания проверки нажимаем кнопку «Off». Также пишут, но я это уже утверждать не могу, но вот пишут, хочу вам сказать, что для устранения, то есть после уже устранения неисправности, если таковые были, можно произвести очистку памяти. Во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки обогрев переднего и заднего стекла, то есть вот эти две кнопки, фронт и rear, да, во время диагностики. Вот, друзья, надеюсь, было видео полезным. Всем добра, удачи, пока.